Друзья, в продаже у нас появилась Mazda Accela 2005 года, автомобиль в черном цвете, на бензиновом двигателе объемом 1,5 литра, 114 лошадиных сил, на автомате, на переднем приводе. Машина на правом руле, внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, кожаные чехлы в хорошем состоянии. Мультируль, штатная аудиосистема, климат-контроль, кондиционер, обогрев заднего стекла. Также есть возможность подключиться к мультимедии по Bluetooth. Сзади у нас три места с подлокотником. Машина 2005 года, 1,5 литра двигатель, автомат, передний привод. Также на авто установлена сигнализация.